В открытом диалоге депутаты Госдумы Александр Толмачев и Михаил Терентьев встретились с родителями воспитанников школы по адаптивным видам спорта «Спартанец» в Щелкове. Особое внимание депутаты уделили созданным за год мерам поддержки семей, в которых растут дети с ОВЗ. В Московской области проживает более 29 тысяч детей с ограниченными возможностями здоровья. Предусмотрены дополнительные выплаты на ТСР сверх федерального перечня, предусмотрена ежегодная выплата школьникам, есть выплата на уход детям-инвалидам, имеющим самую тяжелую степень инвалидности, третью. В регионе проживает более 380 тысяч людей с инвалидностью. Парламентарии рассказали о возможностях, которые государство предоставляет им. Проекты фонда президентских грантов, фонда культурных инициатив, предоставление государством средств реабилитации, страховой пенсии, набора соцуслуг, налоговых вычетов, бесплатных парковок, субсидий. Вот в прошлом году основное было, это, конечно же, принятие закона о комплексной реабилитации и реабилитации. У нас в законе о социальной защите были прописаны направления реабилитации. Мы их уточнили, расширили. Так, в каждом уголке нашей страны повышается качество реабилитационных услуг, создается безбарьерная среда людям с инвалидностью, помогают в реализации творческого потенциала. Оказывается, протезно-ортопедическая помощь – не только предоставление протеза, но и его подбор, настройка, обучение по использованию. В ходе встречи депутаты обсудили с родителями детей с ОВЗ интересующие их вопросы. Говорили о доступной среде, возможности безбарьерных занятий спортом, досуге. Цитата: «Право на полноценную жизнь без ограничений – базовое для всех», – сказал Александр Толмачев в конце встречи. Анна Балиец, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.